официально предупреждаю вас от имени МВД по Республике Карелия о том, что в настоящее время на территории города Петрозаводска, в этом месте, еще раз повторяю, в этом время нет согласованных акций ни с администрацией города Петрозаводска, ни с органами исполнительной власти. В связи с чем предостерегаю вас от совершения противоправных действий, выражающихся в нарушении общественного порядка и действующего законодательства. Так вы не соблюдаете дистанцию. Я повторно вас прошу убрать данную наглядную агитацию. Уводим, говорю! Что? Оставьте парня! Решаем работу! Расстояние 5 метров от сотрудников полиции! Отойдите! Да тихо, все, я полностью. Да, я тихо, все. Сегодня было задержание ряда активистов акции. К сожалению, среди них оказался один несовершеннолетний. Я предложил ему свою помощь в связаться с законными представителями. Он пришел без телефона, но не смог вспомнить телефон родителей. Вот, мы остановились на том, что сейчас как бы установят. Родители найдут контакт и дальше уже будем помогать. Остальные, все, кто был задержан, это совершеннолетние ребята, в основном из числа студентов. К сожалению, очень много людей, которые не понимают, собственно говоря, что происходит. Я разговаривал с ребятами. Это любопытствующе. Я полагаю, что длительное время ограничений, да, в общении, видимо, привело к тому, что такая возможность выпала пообщаться, подвигаться, да. И этому, наверное, способствуют еще вот как раз те активности, да, которые появляются в ходе столкновений между митингующими и теми членами полиции, которые пытаются вот этих провокаторов задержать.